Всем привет! Вы на канале Orchids Life Лана. Сегодняшняя тема видео будет у нас адаптация подростков в зимний период. И поговорим на тему, можно ли зимой покупать и получать в посылке подростков. Перед вами, как и передо мной, посылочка с подростками. Подростки в размере 1,7, 2,5. Мы сейчас откроем посылочку. Я предварительно скотч уже открыла. Мы сейчас откроем посылочку и посмотрим, как упаковали подростков в коробочку. Что мы видим? Видим утеплитель. Это облегченный утеплитель. Сегодня зима, февраль месяц. На улице температура сейчас плюс 5. Ночью у нас на этой неделе температура опускается до 0 и плюс 2. Ну, я так скажу, что, как по мне, для подростков в зимний период посылочку упаковали, утеплили, вернее, подростков, не совсем тепло-тепло. Почему? Я вам покажу сейчас утеплитель, который должен быть в обязательном порядке дополнительно, в который дополнительно продавцы, ответственные продавцы, упаковывают подростков, голландцев, когда отправляет, и тогда растение доезжает идеально, и с ними все в порядке. Идея, чтобы подростки доехали в идеальном состоянии, продавец должен был упаковать дополнительно еще в такую упаковочку. Она сберегает тепло. То, что видим мы, но это не совсем как бы хорошо, и я не уверена, что с подростками все хорошо. Мы сейчас откроем, посмотрим, конечно, в каком они состоянии, все ли с ними в порядке, но даже при температуре плюс 5 маленькие растения, подростки могут примерзнуть. Поэтому в идеале было бы, если продавец упаковала дополнительно еще в такую утепляющую, которая энергосберегающую тепло упаковочку. Открываем мы. Так, я сейчас отключусь, вытащу их, и мы посмотрим на наших подростков. Я достала, и что я вижу? Я одну малышку вижу уже с цветоносом и с бутонами. Я ее сейчас достану и посмотрю, что, в каком она состоянии. Я очень надеюсь, что с ними все хорошо, и они крепкие, морозостойкие, и с ними ничего не случилось с моими малышками. Их должно быть трое. Что, посмотрим поближе моих маленьких красоток, не совсем маленьких. Одна из них, Леди Маргарет 2, она приехала в размере горшочка 2,5. Это тот размер горшочка, примерно, если по голландцам смотреть, это примерно горшочек 9, то есть она примерно такого размера, но по листьям у нее очень большие, по 15, 16, 17 сантиметров. Вот, мы видим, у нас тут есть маленькие бутончики красивые, то есть если все хорошо, она на стрессе не сбросит бутончики, в ближайшее время мы сможем наблюдать цветущую красоту. Это тот сорт орхидейки, который любит цвести большими каскадами, красивыми каскадами. Цветы чем-то похожи на шарляночку, я имею в виду по раскраске, по форме нет, а по раскраске что-то похожее между шарлянкой. Я не знаю, ароматный это сорт или нет, ну, узнаем в ближайшее время. Дай бог, она раскроет цветочки, бутончики свои будут цветочки, мы узнаем, пахнет она или нет. Состояние у нее хорошенькое, да, сухой мох, продавцы просушивают хорошо орхидейки для отправки, чтобы во время пересылки растение не получило отеки, обморожения, так как влага, она очень плохо сказывается при пересылке. По поводу пересылки. Пересылать растения в зимний период обязательно продавцы должны при температуре не ниже 0. Ну, допускается в нормах до минус 5, да, ко мне приезжала этой зимой посылочка с подростками, когда температура между городами в Украине была минус 3, минус 5, но продавец эту посылочку с растениями максимально утеплила, то есть там был утеплитель не просто вот этот вот беленький, тоненький, да, который используют обычно продавцы, когда температура воздуха, ну, от плюс 5 до плюс 10, в принципе, растение нормально переносит в таком утеплителе, да. Ну, желательнее было бы утеплить в утеплитель энергосберегающий, теплосберегающий.
Вот. В таком случае, когда продавец все правильно сделал, растение просушено, к вам растение доедет по Украине без проблем и без отеков. Есть и азиатцы, и голландцы, такие сорта очень нежные, которые даже при температуре плюс 5, приехав к вам, спустя там сутки-двое могут дать отеки. Отечные пятнышки на листиках. Нужно за таким растением наблюдать, и его желательно первое время не поить, дать ему просохнуть и адаптироваться. Так вот, стоит ли в зимний период рисковать и покупать, заказывать растения, орхидейки, там другие растения? Это все на ваш страх и риск, да? Продавец вам упаковал растения и отправил, но очень важно, чтобы продавец проконтролировал температуру в вашем регионе и в каком-либо другом регионе Украины, потому что температура колебается. В одном регионе может быть у нас, к примеру, плюс 5, а в более туда западной части может быть минус 1, да, то есть может быть разница в температуре. Вот, в таком случае, если там минус 1, у вас плюс 5, вам отправляет растение, оно ночью едет, да, с ним ничего не будет. Растение успешно к вам доедет целым и невредимым. Так вот, к вам приехало растение, что вы первым делом делаете? Вы оставляете коробочку с растениями, не распаковывая хотя бы на 2 часа, чтобы коробочка и то, что те растения, которые внутри, они согрелись, пока они находятся у вас в помещении. У вас в помещении температура будет от плюс 18 до плюс 25, и растение, находясь даже в коробочке, прогреется за эти 2 часа, потом вы открываете, и дальше вы смотрите, что делать с растением. Сразу я тоже не рекомендую поливать. То есть вы получили растение, пусть оно там постоит 2 часа, открыли, пусть еще постоит 1,5-2 часа. И туда, если вы получили посылочку где-то в обед или утром, то ближе к вечеру вы можете напоить. В крайнем случае, если вы не хотите рисковать и поить сегодня растение, вы можете это сделать на следующий день. Что свои растения я заказываю зимой, но я не злоупотребляю заказами зимой, так как стараюсь делать не часто, потому что, ну, риск есть риск. Сегодня растение приехало в идеальном состоянии, да, с ним ничего не случилось, а завтра приедет растение, которое даже есть сорта орхидейки, которые более такие нежные, может приехать подмерзшим. Это, конечно, будет неприятно, но ну что сделаешь, это риск. Вы зимой заказали, значит, вы рискуете, да, покупая растение зимой. Вот. Самый идеальный период покупки растений – это, конечно же, весна и период лета, когда не сильно жарко, и осень. Самый такой вот золотой сезон, прекрасный сезон, когда растения доезжают к вам, и голландцы, и азиаты, без проблем. Это у меня Леди Маргарет 2, у нее снизу такие бордовые листочки, вроде бы как в хорошем состоянии, да, корешочков. Корешочки я вижу. Не прям забитый горшочек, но корешочки есть, да. По идее, у этого сорта должен быть мраморный лист. Он слегка, совсем слегка мраморный. Я бы не сказала, что прям мраморный, знаете, как вот есть листочек, вот, к примеру, у личи или лич, или, по-моему, лич называется сорт. Это тоже что-то из парфюмной фабрики, мультифлорок, которые пышными кустами цветут, ароматный сорт. Вот если посмотреть на нее, да, у нее мы наблюдаем такой сверху крап, а вот под крапом такой серый, серебристый мраморный оттенок. Вот это и есть мраморный оттенок. Если мы с Леди Маргарет сверим, то у Леди Маргарет, ну, приближенный к мрамору, но не мраморный листочек. Ну, посмотрим. Она сейчас на батончиках, надеюсь, все будет хорошо, и она покажет нам свое личико. Это сорт у нас 5801. Это бабочка, крупноцветковая бабочка. А еще этот сорт называют Christmas Sunset. Это крупноцветковая бабочка, ароматная бабочка. У меня уже бирочка заготовлена, чтобы отметить этот сортик. Вот, сорт, ну, если честно говоря, это с этим сортом у меня попытка номер 2. Почему номер 2? Я когда-то купила этот сорт по оценке,
Там такая была история нехорошая тоже с продавцом. То есть продавец мне не захотела предоставлять фотографии растюшек, которые мне будут отправлять. Уверяла меня, что все хорошо с растениями. И мне отправили. Там растение приехало нездоровое, с больной шеей, с желтыми листьями. Ну, в общем, она у меня не выжила. Вот. Здесь я вроде бы как смотрю, там какая-то чешуйка есть у нее, видимо, был листочек снятый, но пока что по моим, как бы, то, что вижу я визуально, вроде бы как у нее с шейкой все хорошо. Посмотрим, когда я ее буду разбирать, что там у нее делается внутри. Вот. Такие вот красотки ко мне приехали. Они у меня уже постояли так прилично времени. То есть они ко мне утром приехали, у них было время адаптироваться, я буду ее поливать. Вернее, будем их поливать. У меня-то не одна растюшка, их три. Я просто увидела растюшечку с цветоносом и с бутонами. Мне перед этим продавец их не фотографировала, она мне отправила. Я знала, что будет с цветоносом, но я не знала, что будет с цветоносом и бутоном. Потому что, как правило, продавцы, если продают растюшку, то она у них там с цветоносиком, с небольшим или там сантиметров 10, который еще растет. А ко мне за всю историю, что я покупаю подростков, у меня их, наверное, более 60 штук, этих подростков, то я вам так скажу, я впервые получаю посылочку с растюшкой, где уже сформированы бутоны. Вот. Так вот, что мы берем для раствора, чтобы полить наши растюшки? Беру я вот такую колбочку. Я беру Амина Стар. Это натуральный продукт с аминокислотами, со всеми витаминами. Это антистресс. Препарат идет как антистрессовый. Он выводит растения из стресса. Это как раз то, что нам нужно. Вот. Я возьму пол-литра воды, и на пол-литра воды я беру 1 мл амина стара. Нам этого будет достаточно. Производитель рекомендует на 1 литр использовать 2,5 мл амина стара. Там, в принципе, можно в допустимых нормах. Если вы немножко меньше дадите этого препарата, ничего страшного не будет. Я в данном случае беру пол-литра воды, миллилитр аминостара я добавляю. А какую беру я воду? Я не беру воду из-под крана. Хотя я знаю, что девочки поливают орхидейки своей водой из-под крана, и у них все прекрасно, они растут, цветут и пахнут. Вот. А я беру фильтрованную воду. У меня и стоит фильтр, и я беру фильтрованную воду. То есть берем мы водичку для малышей комнатной температуры, это 25-30 градусов, не выше. А что я делаю? Я беру, наливаю водичку в емкость, где я буду разводить Аминостар. У меня уже приготовлен 1 мл Аминостара. Все, вода. Я этот препарат добавляю сюда, в водичку подготовленную. Это все дело мы хорошо-хорошо размешиваем. Так, пусть немножко постоит, там соединятся все. Вот Аминостар есть, если вы хотите попробовать, продают еще в таких упаковочках, там как пипеточка такая идет, набранная 2 миллилитра, да? То есть 2 миллилитра вам хватит на литр воды, как рекомендуют. То есть это можно купить как пробник, попробовать его, вам понравится, и дальше покупать. Но я покупаю упаковочки по 25 миллилитров, потому что большую упаковку найти, бутылку большую найти сложно, и она стоит дороговато. То есть мне выгоднее купить 25 миллилитров, мне его надолго хватает, я его переливаю в баночку, видите, стоит баночка, да, и там он у меня хранится. Так, начнем отпаивать леди Маргарет. Я набрала в спринцовочку и по чуть-чуть проливаем. То есть важно нам здесь увлажнить мох, чтобы мох был влажный, не мокрый, чтобы с него не текло и чтобы важно не перелить. Почему? Потому что орхидейка может получить от того, что она долго не пила, долго просушены корешочки были, может получить водяной шок.
То есть просто на почве того, что вы, допустим, перепоили ее, перелили, да, сразу много воды дали, она может просто сбросить корни. По чуть-чуть проливаем. Так, сейчас мы посмотрим, что она тут у нас, как она у нас тут. По чуть-чуть водичка опускается, да, мы видим. Мох потихонечку, по чуть-чуть набирает водичку. Леди Маргарет мы оставляем, пусть она там потихонечку напивается. Будем поить наш Crimson Sunset. По чуть-чуть и личи. Пусть будет личи. Я еще пока не знаю, как эту парфюмку. Эту парфюмку, кстати, не продают цветущие. Я ее не видела. Цветущие среди парфюмерных фабрик. Да, там среди парфюмерных фабрик уже очень много появилось, кроме Adorian, Dusty Bell, Diffusion, Samarion. Там много новых сортов появилось. Вот, поэтому именно эту мультифлорку, цветущую пышным кустом, я не видела в продаже цветущей. То есть я пока ее видела только в подростках. Вот. И я хочу посмотреть, как она себя поведет, потому что, насколько мы знаем, парфюмерные фабрики, они капризные девочки, не все выживают. По крайней мере, у меня прижилось так хорошо, стабильно, 3 сорта, без каких-либо там нюансов, прекрасно себя чувствует. Вот, и можно будет даже снять видео отдельно про парфюмерные фабрики, которые у меня есть. У меня сейчас есть еще 3 подростка, это 4-й подросток из парфюмерной фабрики, которых я хочу вырастить сама и посмотреть, как они себя будут вести от подростков до взрослого растения. То есть будут ли они такими капризными или нет, как они, какими они бывают уже взрослыми, цветущими, когда мы их покупаем. Вот. Так что поливаем наших малышек по чуть-чуть. Пусть они тут у нас пьют, напиваются. Ну, вот корешочки у нас чуть-чуть позеленели. Думаю, достаточно этого. Так что смотрим, как тут, что тут наши корешочки уже позеленели, да. То есть Растюшечка получила свою порцию водички. Я буду сейчас отсюда убирать. Так. Та же самая история. Мы видим, корешочки у нас зелененькие. Я их сейчас отсюда буду убирать. Пусть водичка лишняя стечет. Так, напоили. Следующий процесс будет. Мне нужно протереть листики. Я беру опрыскиватель, ватный диск. У меня в опрыскивателе уже водичка разбавлена с лимончиком. То есть, как я разбавляю лимон для опрыскивания или поливания. Я для опрыскивания беру такую же самую порцию, пропорции такие же беру, как и для поливания. Беру 1 чайную ложку чисто выжатого сока лимона, наливаю в литровую бутылочку для опрыскивания и развожу водичкой комнатной температуры. В моем случае это фильтрованная водичка. Или же, когда вы хотите полить, подкислить немножко водичку, да, полить Растюшку с лимончиком, добавляете 1 чайную ложку на литр воды, разводите это все и поливаете Растюшку. Так. И на стол побрызгали. Так, сейчас я буду протирать листики. Мне что нужно сделать? Я хочу убрать эту грязь. Вот, очистить листовую пластинку. Буду я очищать и сверху, и снизу. Растюшки я помыла. Листовую пластинку я почистила и сверху, и снизу. Немножко я снимала наклейку, ножиком травмировала листочек. Ну, думаю, ничего страшного, все будет в порядке, заживет. Бывает так, бывает, где-то травмочку сделаешь листочку, где-то нечаянно, может, бутончик сломаешь, где-то цветонос сломаешь. Это все не страшно, поправимо, главное, чтобы растение было живо и здорово. Даст новые листочки, цветоносики и всему прочее. Мой цветоносик целый, я еще не сломала. Вот, почему я протираю листовую пластинку и сверху, и снизу. Как мы знаем, что орхидейка все водичку больше всего усваивает
нижней части листовой пластинки, нижними спорами в листочке. Вот, и поэтому я очищаю таким образом от пыли, от всевозможной грязи и верхнюю часть пластинки, и нижнюю часть пластинки, по возможности протирая немножко стволик даже. Вот. В принципе, я сделала все манипуляции с растюшками, больше я их не трогаю, я их напоила, умыла, будем так говорить, вот, и оставляю их в покое, пусть они привыкают к моей температуре, к моей влажности воздуха в помещении. Вот, пока пересаживать я их не буду, мне важно, чтобы они адаптировались. А после адаптации все зависит от того, как они будут адаптироваться. Адаптируются там за 3-4 дня, а я, возможно, личи и крисмас пересажу. Вот, а если будут какие-то такие изменения непонятные мне, я их оставлю в покое, пусть они постоят, адаптируются, и после я приму решение, когда я их буду пересаживать. Но обычно, когда это весна, лето, я растюшек напоила, умыла, и где-то на второй-третий день я их сразу пересаживаю. Я их не оставляю в этом мхе садовника, я не люблю мох садовника. Он какой-то такой, не всегда бывает качественный, хороший. Он такой, ну, не очень важный. Бывает, когда растения ты вытаскиваешь из этого мох-стаканчика, мохового стаканчика. Корешочки все идеальные, все. Это не всегда такое бывает. А бывает, когда ты начинаешь открывать этот моховой стаканчик, а внутри растут корнюшки, которые прям вот в самой глубине, которые очень туго зажали, мхом забили так, что ты этот мох не можешь вытащить мокрым. Я молчу про корни. Корни там просто, ты видишь, что они загнили, задохнулись. Вот. Поэтому я стараюсь из такого мха посадки садовника освободить растюшки и пересадить свою посадку. Да, я знаю, что есть девочки, которые оставляют в этих моховых стаканчиках, ничего не разбирают, у них растюшки так растут и цветут, а потом они их пересаживают. Есть девочки, которые этот мох, который там есть, немножко распушивают и также оставляют растюшку дальше расти в этом мхе. Я так не делаю, мне не нравится. И, во-первых, у этого мха есть запах. Вот знаете, как с бабушкиного сундука пахнет, вот есть вот такой запах у этого мха. И я стараюсь от него избавиться. Если уже хочется в мох посадить, так лучше уже пересадить в свежекупленный мох. Я покупаю у девочки, вот недавно купила мох, который я голландцев часто покупаю, она начала продавать живой мох. Я у нее купила мох 2 литра. Шикарный мох, кстати, сейчас я могу ему показать. Он свежесобранный, в лесу собранный, тоже с флагном, молоденький, красивый, он пахнет лесом. Вы его чуть-чуть промыли, отжали хорошо, чтобы водичка лишней не была. И можно добавлять его в растюшки, можно сажать в него, прекрасный мох. Вот этот мох, про который я говорю, посмотрите, он зелененький, красивенький, свежесобранный, вот видно, да, там даже есть частички. Он пахнет вкусно, пахнет лесом. Вкусный, свежий, молодой мох. Обалденный мох. Его можно и растениям, в растения в него сажать, добавлять в грунт. Его можно равликам давать, ну, всем тем, кто там питается этим мохом, его можно без проблем давать. Классный мох с фагном, тот же самый мох, который мы привыкли покупать, живой, но уже взрослый такой, где у него такие длинные волокна, это уже взрослый мох, да. Вот, вот прекрасный зеленый мох, уже видно, я тут часть пачечки уже использовала, вот, и вот он красавчик, такой классный мох. Так что, кому интересно, можете у меня спросить, где, у кого я покупала. Я могу сдать явки, пароли продавца, где можно купить. И, кстати, дешевле можно купить этот мох, чем у кого-либо. Очень классный мох. Здесь в упаковке у нее идет 2 литра. 2 литра я покупала за 50 гривен. Тут был так набитый этот пакетик двухлитровый, что я не могла нормально вытащить мох. Это я уже его часть использовала. Литр у нее стоит 25 гривен. Кому интересно, спрашивайте. Я дам контакт девочке. У нее можно купить этого мха сколько хочешь. В принципе, это все процедуры, которые я делаю в зимний период, когда получаю своих подростков, да. Вот. Главное, чтобы вам продавец отправил этих подростков
Ну, желательно в плюсовую температуру. Крайний срок, если там вот вы купили, как в январе были морозы, продавцы всегда держат у себя на передержке эти растюшки и отправляют в первые благоприятные погодные условия, да, то есть, ну, желательно, чтобы это было не отправка в температуру не ниже минус 5. В идеале 0 плюс там 15, 20, 25 это для растюшки. Идеальная температура для переезда, пересылки к вам. Вот. Все рассказала, все показала. Надеюсь, видео было интересным. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить пальчик, лайчик вверх. Вот. Надеюсь, вам мое видео было полезным. Всем пока-пока и до новых встреч!